Казани во время проведения футбольного матча между командами «Рубин Казань» и «Торпедо Москва» фанаты казанского клуба повредили более 20 пластиковых кресел, 3 из которых сожгли. Ущерб, нанесенный действиями хулиганов, уточняется. В результате в 12 территориальных отделов полиции Казани был доставлен 521 болельщик, 210 из которых несовершеннолетние. Родители всех несовершеннолетних были извещены о месте нахождения своих детей. В отношении родителей 30 несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию. Кроме того, в отношении 16 человек составлены административные протоколы по статье 20.31. Это нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. На 4 человек по статье 20.21. Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 3 человек по статье 20.20. Потребление или распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. МВД Татарстана еще раз напоминает, что обеспечение безопасности и правопорядка в общественных местах одна из приоритетных задач ведомства. Поэтому на все попытки нарушения общественного порядка сотрудники полиции будут реагировать в строгом соответствии с законом, использовать все доступные средства для обеспечения безопасности.